Что меня ждет? Богатство? Счастье? Любовь? Обычные чаяния обычного человека. Но и без прорицателей я знала, что день для меня исполнен особого смысла и значения. Я, горя от нетерпения, устремилась навстречу новому дню. Любовь не для принцев, нет! Перестань думать об этой девчонке! Все решено! Я выбрал тебе жену! Тихо, незаметно, без грома и молний. Счастлив тот, в чью жизнь она входит. Ты счастлива? Очень. А вы? Да. Я тоже счастлив. Я люблю тебя. Я громко произносила эти слова, будто надеясь пробудиться. Но ничего не менялось. Я оставалась прежней Арджуманта. Ты больше не принцесса, Арджуман Банубегам. Отныне ты повелительница моего сердца, душа всей империи. Ты украшение дворца. Твое новое имя Мумтаз Махал. Такого у меня не было ни с одним из детей.